Всем здравствуйте. Привет. Про Икею в Нижнем Новгороде. Конец сентября. Надо, наверное, новинки снять уже, да, Дим? Ну да, время подошло. Потому что их, правда, их так много появилось, и все такие классные, но почему-то в основном все мелкое. Так что мы сейчас из выставки топаем в маркет-холл. Перевести, что ли, куда мы идем? Ну и вам сразу скажу, что обзор не будет совсем длинным. Почему? Ну, не так много новинок на этом месяце у нас. Ну, посмотрим, я найду. Найдешь. Ну, прежде чем мы начнем обзор с новинками, я хочу обратиться к подписчикам и гостям канала нашего. А тебя слышно? Как будто тихо очень. Очень слышно. Ну ладно. О, люди ходят, в смысле сбивают. Все чаще и чаще вы нам задаете тематические вопросы на нашем канале в виде комментариев. Но мы физически уже не успеваем отвечать на каждый комментарий. Поэтому, кто очень хочет услышать ответ и получить ответ, я вам рекомендую. В описании есть ссылочка на Татьянин Инстаграм. Вы переходите туда и напишите ей. Вы с большим процентом, она вам, ну как бы, вы получите ответ. Получите 100% гораздо быстрее. Ну, 100% не надо говорить. Есть все равно. Можно... Нет, я отвечаю всем в директе. Ну, вот же, ну, большой процент. Ответ. Да, потому что в Ютубе, во-первых, почему? В Инстаграме очень легко наговорить голосовое сообщение. Это гораздо быстрее, чем сидеть набирать текст. В Ютубе такой возможности нет. Поэтому, кому нужны консультации, welcome в Инстаграм. А я уже не успеваю. Честное слово, каждому я не могу уже. Правда, ребята, извините, конечно, но уже пришло, наверное, то время, когда я уже не способен, не способен отвечать на каждый комментарий уже. В общем, вы нас поняли. Кому нужна консультация, welcome ко мне в личный Инстаграм. Потому что который Дима ведет про Икею, он именно для видео. И Дима очень редко, как он заходит с компьютера, и комменты не видно. Это сказали? Ну все. Кому интересно, погнали. Стол Тингби. 2499, цвет красный. Он уже давно продается в белом и в сером цвете. Очень лаконичный стол. И, кстати, очень красивый красный. Смотри, легко, да? Одной ногой. Он классно катается, он практически бесшумный. И, кстати, по этому столу ни разу за все годы того, как мы возим Икею и снимаем обзоры, не было, ребят, брака. Почему красный цвет? Ну, во-первых, очень радует, что Икея начинает слышать своих покупателей. Есть еще белый, серый и теперь красный. Бывают иногда другие цвета, помню, был какой-то синеватый, но давно уже вышел. ДСП, сатовидный бумажный наполнитель, размер 50x50x45, максимальная нагрузка 90 кг. Цена в Нижнем Новгороде 2499. Подчеркиваю, в Нижнем Новгороде. Расскажи про то, что мы не всегда озвучиваем цену. Я стол хочу изнутри сначала показать. Пожалуйста. И параллельно со столом в руках отвечаю, почему мы не озвучиваем цену. Ребят, цены меняются, и в каждом магазине они разные. Плюс, когда вы смотрите наш обзор и приходите в магазин, и потом менеджерам на кассе или в отделе сервиса говорите, а вот мы про Икею посмотрели, там такая-то цена, в нашу сторону прилетает пендель. Поэтому, ребят, мы либо будем стараться озвучивать со словами, что это Нижний Новгород, либо вы цены просто смотрите на сайте. Потому что все-таки, когда говорят, вот, переходить на сайт, ребята, вы все равно заказ делаете через сайт. Вы не делаете заказ у нас на Ютубе. То есть вам в любом случае надо зайти в карточку товара и посмотреть, есть ли он в вашем городе, прежде чем вы поедете покупать. Либо нажать «Заказать», чтобы его купить. А чтобы проще ориентироваться в нашем обзоре, мы стараемся уже делать... Тайм-коды уже стараемся делать в каждом видео. Кстати, вот один из примеров видео. Делегирования. Не дают сказать, а? Друзья, мы в отделе гостиной, там, где все стеллажи. У Экита появилось два варианта. Ну, как бы не совсем у Экита, а его партнера Ликс Гульт. 1990, металлический синий шкафчик. Они есть в разных цветах, в разных размерах. А вам, по-моему, в обзоре для 1 сентября мы про них рассказывали. Так, и второй шкафчик, тоже из этой же линейки, Ликс Гульт. 35x60, металлический, цвет антрацит. Но цвет такой все-таки ближе к черному. Значит, размер без ножек 60, с ножками 82, ширина 35, глубина 35. Высота свободного пространства 21 сантиметр и максимальная нагрузка 12 килограмм. Ну,
Я не знаю, куда такой шкафчик. Эх, скоро к нам прожектор приедет, фотопрожектор. Вот будем потом мы глядеть в самые-самые потаенные места. Ну, хорошо. Дим, хочу внимание обратить, хоть и не новинка, просто всегда стояла в белом цвете, и черно-коричневого, честно, я вживую не видела никогда. Можешь поближе? А что, не видно? Это тумба под ТВ, я хочу фактуру показать. То есть обычно сочетание ветшо идет с черным, а здесь именно вкрапление вот этого классического коричневого, ну, как венги его еще любят называть, и видна условная прослойка дерева. И при этом очень хорошо видны пальцы, смотри. То есть дома это будет вот такое все, красиво залапанное. 3999, 136 на 53. Продается очень давно. И есть подозрение, что линейка Витшо может покинуть ассортимент, потому что она уже, ну, лет 5 точно у нас. Что же тогда останется в Икее, раз все покидает? Пристукает. Лоток для корреспонденции. В этом лотке вы можете хранить счета и квитанции, которые обычно разбросаны повсюду, как будто про меня. 999 рублей, фанера. Смотри, какой интересный механизм. Примитивный? Дальше некуда, да? Размер А4. Получается, это тут три доски фанерных, тут три доски соединены вот такой деревяшечкой. Секундочку. Кружок умелой ручки, да? Да нет, я просто так засмотрелся на склеенные или на шурупиков. Вот, ну, скорее всего, на ПВА клей заклеили. Тут шипас, а тут вот, скорее всего, на ПВА клей присутствовал. Мы не знаем, пока отзывов нету. Пока нет. У нас в заказах еще не присутствовало. У кого уже такое есть, расскажите. Путную или штучку-то сделали. В отделе техники кое-что из новинок появилось. Сейчас быстренько пробежимся. Встраиваем микроволновая печь. Гарантия 5 лет. Что мне понравилось, это ценник, ребят, 13 тысяч для встройки, да еще в черном стильном цвете. Очень адекватно. Значит, функция быстрого подогрева на полной мощности, функция автоматического приготовления. Ну, это стандартно, в принципе, как у всех микроволновых печей. Мощность 800 Вт, 5 уровней мощности, объем 20 литров. Напряжение 230-240. Предохранитель минимум 10 ампер. Диаметр поворотного поддона 24,5. Шнур и вилка прилагаются. Ну, соответственно, классический лоточек. Хорошо, что она не крашеная. Да. Это вообще реально классно. А то обычно, когда красочка облетает, она имеет свойство микроволновка искрить. Даже, смотри, пароварочка в комплекте. Обратите внимание, кто ищет СВЧ именно встройку. Еще одна встроенная СВЧ, но уже с функцией электрической духовки. 1000 Вт мощность, 7 мощностей, 31 литр объем, блокировка детей, таймер, устойчивость к появлению отпечатков. Да, кстати. Быстрый запуск, автоускоренный разморозка, хрустящая корочка, гриль. Основные функции духовки. Выпечка пиццы и хлеба и предусмотренные готовые программы. Смотри, какая красота. Противень. С ногами. Топ-топ-топ-топ-топ. Вот он уже такой приличный объем. Ценник 43. Так, точно такая же. А, это духовка с горячим обдувом. Смотри, кому актуально, например, в один шкаф, да, поставить? Они одного стиля, они полностью одинаково выглядят. 71 литр объем. Так, цифровой дисплей, таймер, блокировка, верхний и нижний нагрев, конверция, гриль, выпечка кондитерских изделий, предварительный прогрев, разморозка. Открываем хвостик. Противни. Ну, два противня плюс решетка. Вот эти все части, кто смотрел наш рум-тур, это все снимается и спокойно моется посудомойки. Кстати, тоже вполне достойный экземпляр за, я считаю, адекватные 35 тысяч рублей. Так, еще одна. 33 тысячи.
Гарантия тоже 5 лет. Объем 71 литр. Здесь уже добавлено поддержание тепла, выпечка пиццы и хлеба. Ну, а телескопические направляющие, увеличенный внутренний объем, такие как бы допики небольшие. 33 тысячи в серебре. В принципе, функционал такой же. Ребят, у нас нет глобальных каких-то отзывов по технике, потому что все-таки учитывать нужно, город не сильно большой, и встраиваемую технику заказывают не так часто. Если заказывают, то есть мы знаем только, если когда брак. Вот чтобы прям идеально-идеально, какие-то такие классные отзывы. Поэтому пока мы вам еще выжимку готовим. То есть мы потихоньку собираем информацию по всей технике, которую для... которую продает IKEA. Понятно, что они ее сами не производят. И когда вся эта выжимка будет готова, мы ее выдадим. В линейке Сунерста появился регулируемый рейлинг с крючками. Это вот вся конструкция, кроме вот этой фиговинки. 700 рублей. Использовать можете где хотите. То есть растягиваете, фиксируете. Полка. Полка, соответственно, съемная. Хотите, вешайте сюда контейнеры Сунерста классические, если, например, не устраивает базовая полка. И еще, смотрите, за 69 рублей получился вот... Появился вот такой держатель для рулонных полотенец. Ну, понятно, что, да, для небольших, потому что большой рулон сюда некуда будет. Хотя, может быть, и уместится, в зависимости от рулона. Вот он, всего 69 рублей. Можно, кстати, как для детского творчества использовать. Угу. Смотрите, систему я вам показала, да, 699 рублей. Полочка и держатель к ней не идут, они продаются отдельно. Вот эта полочка 149 рублей пластиковая. И вот этот держатель для полотенец, я вам его уже показывала. И помимо этого у Сунерста появился готовый комплект. Я не знаю, для чего готовый, если можно купить по отдельности, ну, наверное, кому как удобно. Рейлинг с четырьмя крючками и двумя контейнерами. Надо, кстати, ради интереса пересчитать. А, ребят, просьба, посчитайте. Вот отдельно просто рейлинг есть за 79 рублей 60 сантиметров. И этот точно, по-моему, такой же. 79, 69, 69 и 39. В общем, что дешевле это выходит? Я тебе сразу скажу, одинаково. Одинаково. IKEA не любит фантазировать. Просто когда, ну, как бы так, так логичнее, да, в кучку. Так, мы показывали его вам в антитоварах, отзывов положительных так пока не поступило, но клиенты покупают по причине того, что у нас в городе нормальных путевых ковриков, которые не горят, из которых хотя бы, да, пища слазит, пока нет. Ну, по причине опять того, что у нас нет такого большого количества магазинов. У нас, кстати, Вкусвилл только недавно открыли. Смотри, какую классную штукенцию IKEA придумала. Чехол на изголовье кровати. 2000, шифтебу бежевый. Какие еще есть цвета, не знаю. Сейчас, если нароем инфу, скажем. Подушечку можно убрать? Ага. Можно. Вообще снять. Пойдем. Значит, это икеевские классические шифтебы. Как я понимаю, они перешли плотно на эти ткани. Это и фрихетен, и поинги, и... Нет, аскисты другое. И страдмон, и кресло. Все в этом. В принципе, классно, потому что мальм без вот этой мягкой штуки смотрится более лосовато. Давай смотреть, что внутри. Угу. Простегнутая ткань шифтебу, дополнительный слой уплотнитель, такой хороший. Ну и, соответственно, обратная сторона вот такая у нас. Ребят, из плюсов. Вы можете одеть это не только на икеевскую кровать. Главное, чтобы она вам более-менее подошла по размеру. Ну, если спинка такая по высоте. Ну да, 90. А таких спинок-то особо-то и нет. Да, как у мальм. Попробовать-то можно, даже... Ну попробуйте это. Можно бы я поэкспериментирую? Давайте вот на железные. А и будет квадратный, да? Да. Ну да. В общем, в теории можно. Стремненько, но можно. Ну уж на мальм. Чехол мальм одели еле-еле. Так. Постелька новая, классная, фланелевая. Дим просто не любит такие цвета, поэтому хотел мимо пролететь.
Смотри, какая красотулина. Мягенькая. Размер, друзья, только двухспалка. Стоит 2300. Называется Stream Clever. Количество нити 86 дюймов квадратных. 100% хлопок. Ну, соответственно, пододельник 2 на 2. Иголочка 50 на 72 штука. Дим, тебя поближе. Новые ящики U-Print. 3 штучки. 699. Такая охра желтая, чуть смазанная бирюза и черно-серый. Ну, это прям вот такая динозавровая коллекция. Полиэстер. 18-27 на 17. 3 штуки в упаковке. 700 рублей. Еще смотри, какая из этой же Етелик из динозавровой коллекции. 1300. Набор «Мир динозавров». 12 предметов. Значит, здесь у нас полностью все фанерка. И когда я на сайте смотрела, думала, что здесь, скорее всего, будет какая-нибудь картонка. Нет, фанерка. Динозавр. Раз. А покрутить можете вокруг оси? Динозавр. Два. Динозаврики двухсторонние, тоже из фанерки. 3, 4, 5. Мне это напомнило 6, город мечты. Или как? В Москве открылся недавно. Город мечты? Остров мечты. А, остров там что-то. Что-то там похожее. Слушай, а почему 12 предметов, если больше ничего нету? В общем, мы найдем еще коробку, потому что мы из детской не ушли, и еще расскажем. Все фанерное, здесь хорошо. Прям прилично нанесено изображение. Вот здесь, судя по всему, должен быть динозавр. Вот здесь кто-то еще должен быть. Так, с этой игрушкой не прощаемся, мы к ней вернемся. Дальше. U-Print еще... Чего? Что-то меня это отвлекло. U-Print еще есть в другом размере. В таком же бирюзовом цвете коробки. 399 рублей, 25, 44 на 25. Ну, вообще, то есть эту линейку IKEA просто переименовала и поменяла цвет. Исходя из этого появилась новинка. То, что распродавали в летнюю распродажу в красном, таком в желтом цвете, заменили на новые с другим ценником. Еще одна новенькая сеточка. Цвет новый. IKEA PS Holmst. 399 рублей. Она продается уже не первый год, выходила из ассортимента, в прошлом году вернулась обратно вот в таком разноцветном цвете. Но, я думаю, дизайнеры услышали, сделали еще и одноцвет, однотон. А куда берут? Под игрушки, под всякие мячики, под мелочушку. Очень было популярно до пандемии детские развивающие школы под мягкие игрушки брали. В одном месте можно все сложить. Давай далеко уходить не будем. Знакомые котики? Шторки. Только котики уже повеселее. С бабочками, с бантиками, с ротиками. 499 рублей. U-Print 38, 42 на 33. Вот о чем я говорила перед этим. Ангелегин. Кое-что даже осталось. Фактически все то же самое, только другие оттенки. Ну, с другой стороны, это радует, что есть выбор цвета. Качество, ребят, одинаковое. Кресло Point. Ни шиша, ни новинка. Но теперь вот этот подушка-чехол продается отдельно за 800 рублей. Каркас стоит 2200. Тоже можно все снять, почистить при желании. Там внутри полностью металлическое основание. Point стал, я считаю, более лучшего качества. Если на детские раньше была целая дилемма постирать и одеть, то теперь такой проблемы нет. Постирали, совершенно спокойно одели. Если дети изгваздали совсем, можно за 800 рублей купить новое, практически не меняя кресло. Потому что все-таки 2200 каркас и 800 рублей подушка. Ну, это ощутимая разница. В общем, вот что имели в виду производители. 6 деталек плюс 6 зверюшек. А я думала, что должно быть 12 зверюшек. Кстати, в плоской коробке можно отправить по почте и очень хорошо на подарок. Дим, развернись сразу. Сейчас рисовальная бумага для раскрашивания. Раньше были абстрактные человечки, а сейчас динозавр. Надо Аленке купить. Фанаты динозавров. И прям такие хорошие, реалистичные, какие должны быть. Рулон 10 метров, 349 рублей. Мечта маленького художника. Посадили, дали фломастеры или карандаши и забыли.
Так, мы все еще в детском отделе. Хочу показать все новые фломастеры, потому что какие цвета на сайте, вообще ничего понятно. Дим, пойдем? Маркеры для доски. 4 штуки, разные цвета. Вот эта пачка. Без тряпочки, соответственно, дешевле, чем коробочка с тряпочкой. Фиолетовый, розовый, оранжевый, желтый. Цвета похожи очень на неоновые, яркие. Дальше. Новые фломастеры для доски. Я думаю, все знают, что вышли цвета, которые были с желтым цветом. Теперь добавился синий. Вот как пишет красный. Кстати, ярко. Надо себе взять для флипчата. Потому что старые, зараза, такие. Писали очень плохо. Не, они не контрастные. Не контрастные. А это прям вот яренько. Может, это на бумаге так? А на флипчате по-другому? У нас есть где-то флипчат под рукой? Ну, похоже на флипчат, но этот. Это не бумага вообще, это кусок от рамки. Это типа фанерки. Угу. Так, дальше смотри. Детские ножницы 99 рублей. Почему их всегда рекомендую? У IKEA они, во-первых, безопасные, во-вторых, классно точатся, если надо. Ну, они на самом деле удобные, очень легкие. Потому что покупали всякие ножницы, а вот икеевские, эти раньше продавались в ассортименте давно, когда у нас старшая была еще совсем маленькой. Сейчас заново, поэтому надо будет взять мелкий. 99 рублей набор вот таких восковых мелков. В руках не держала? Только так. Ну, судя по цветам, ярко. Не знаю, как будут по ощущениям. Клиенты уже заказывали, обязательно спросим. Но цвета, цветопередача приличная. И еще, Дим, обязательно покажи, вон там стоечка. А как пишут фломастеры новые? Я хочу здесь, совсем слабенько. Здесь, конечно, так кто-то пошутил, да? Еле-еле сделал цвета. Ну, не должны не так цвета. Нет, на самом деле они пишут очень ярко. У нас такие у Алены. Такое чувство, как будто это наизнанку сделано, да? Лист да. Перевернули. Либо вот прям вот еле-еле. Нет, они так не рисуют, ребята. Они полетче рисуют. Так, в линейке Вардаген в чугуне появились еще новые размеры. Ну, вообще кастрюля, по факту, конечно, это казан. 25 лет гарантия, полностью чугун. Вот такой казанчик, 3 литра, 2500. Я считаю, прям оптимально на семью. Ну, хотя голубцы здесь не потушишь. 20 сантиметров крышка. И заодно уж раз. Мы их просто показываем в предыдущих обзорах, чтобы вам не лазить. 5 литров, 3300. Скажет, уже больше похоже на семью, да? И вот такой. Кстати, очень удобно. У Димы мама похожим пользуется. Именно размером, не икеевским. Вот здесь точно и голубцы, и перец, и ежики, все что угодно. Тяжелее. И ежики. И ежики. И ежики варятся тут. И ежики. Тоже. Едем дальше. Смотрите, какие бутылочки Коркин появились. 199 рублей. 3 штуки. Объем каждый 150 миллилитров. Мы уже оценили, придумали, где они у нас будут жить дома. Силиконовая крышечка. Бутылочка. И закрывать. Я думаю, изготовители домашних наливок точно оценят, да? Когда надо на пробу. Так, вот такой вот фартук. Из линейки Мола. Ну, был зеленый, теперь желтый. Ну, я на себе примерил. Прямо одеть? Не. Я одену, мне не жалко. Что же с этим человеком еще делать, а? Тельце в нем, конечно, потеет. Старшая жаловалась. Но рисовать, в принципе, удобно. Мы это сделаем вот так и положим в нашу сумку, потому что нам это надо. Я не знаю, каким образом мы это пропустили, но я даже в прямых эфирах раньше это показывала. Вот такая вот штучка. Зажим для пакета. Зажали вот так. Так, давайте, где-то картинку я видел. То есть пояснительную. Нет, она где-то побольше была. Вот, давайте покажу. Но это для того, чтобы не пересыпать пакеты, а фиксировать те заводские, которые есть. То есть принцип... Не, а я так понял, она предназначена для дозирования высыпания из пакета. Нет. Ну... Потому что из пакета ты не можешь дозированно что-то высыпать. Ну да, то есть здесь... Ты или чуть-чуть, или целый пакет. Либо много, да. То есть здесь поудобнее регулировать. Ну и плюс, когда у тебя в каком-то пакете, просто еще сверху отдел. Так. У IKEA новые оттенки перчаток. Значит, эска розовая, бледно-розовая появилась, эмка зеленая, вот держу, и такие насыщенно-розовые, тоже эмка. Кстати, почему-то нет эльки, и IKEA подразумевает, что это самая большая рука, хотя, например, крупная мужская сюда уже не уместится.
Как Юрьевич считаете? Ну, перчатки классные. 20 рублей. Три штуки. 29. Круто. На 70 миллилитров. Три контейнера. Контейнер из заначка. Ну, кстати, крышка хорошо закрывается. Дай-ка посмотрим за 349, как сейчас крышки закрываются. Ну, существенно, я предполагаю, подсохла плотность, да, контейнера, да? Прилично. С тех времен. Смотри. Беда-беда. И, кстати, а помните, да, в летней коллекции был набор контейнеров цветных? Сейчас сделали вот такую пастель. Очень радует, что оставили. Контейнеры очень классные. У нас бабушка оценила, что можно приготовить, перевезти, переместить. Крышка плотно держит и удобно хранить, когда их все друг в друга складываешь матрешкой вовнутрь. 549 рублей. Значит, объемы разные от... Мы вообще их оценили, когда с собой в Крым брали на наш экстремальный отдых. Значит, объем 0,8, 1,3, 2,2, 3,2, 4,7, 25, 23, 20, 17 и 15. Ты снимаем новинки, да, победного? Угу. Давай. Так, контейнер для завтрака с отделениями, 450 миллилитров. Крышка. Условное отделение, не знаю, что сюда можно положить. Ложку каши размазать. Соус. И вот. Такой вот. Да что-то фокус убегает. Лови. 229. Ну, ты слишком быстро двигаешься. Он не успевает за тобой. 229 рублей. Угу. Термокружка Ундекс Кока. Мы брали два раза, оба раза возвращали по гарантии. Очень быстро выходит из строя механизм. Начинает течь. Тепло держит классно. 649 рублей. Бежевый старый цвет. И новый такой красивый белый. Интересно только, как механизм. Такой же? Ну да. Удалось ему ли это вылечить эту, да, болезнь или нет? Или получше стало? Кто-то из вас очень хотел Уплага, я знаю. Даже знаю, как подписчика зовут. В общем, в линейке Уплага, помимо кружек, появилось еще очень много предметов. Во-первых, это большие блюда. 799 рублей и 999 рублей. Размер 44 на 30. Разница в рисунке. С рисунком на 200 рублей дешевле. С рисунком на 200 рублей дешевле? Наоборот, без рисунка на 200 рублей дешевле. А может, опять наоборот? Без рисунка на 200 рублей дешевле. Какое счастье. Рим. Ой, господи, Румыния. Все, прилажпатный фарфор. Так, сама кружка Уплага, миска Уплага, они уже были. Дальше тарелки. Десертные, 22 сантиметра с такой темно-серой синей лилией. 229 рублей. Без рисунка 199 рублей. Глубокая тарелка 279 рублей, 26 сантиметров. И плоская тарелка 28 сантиметров, тоже 279 рублей. Открываем мамины шкафы с сервизами, достаем раритеты. 399 рублей. Стекло. Не хрусталь, как было раньше. Вот такая вот миска с крышкой. Наверное, можно даже для декора использовать. Как думаешь? И еще из этой же линейки 15 сантиметров диаметр, тоже из стекла, высота 7 сантиметров миска, 199 рублей. Но она мне безумно напоминает в матушкином серванте стоящие раньше в советское детство красивые миски. Только те были из хрусталя, а эти из стекла. Бутылка Коркин, 179 рублей, 1 литр. Ребят, просто рисунок, больше ничего. Коркин каждый раз выпускает новые, просто добавляю рисунок. Подносы Дофт, Мины, маленький, 169, большой, 499. Стандартно, Болгария. И вот такой. Мне бежу, кстати, больше нравится. Подносы киевские ходят очень хорошо. Пойдем салфетки. Нет, пойдем сначала в стакан, а потом в салфетки. Фросеру обновили по артикульному номеру. В принципе, эта модель уже очень-очень давно продается для тех, кто любит такую более классическую ребристую посуду. Кстати, обратите внимание, Флимра по акции... Аналог. Часто вместо фросера берут. Любители под хрусталь. Омтескант. Ограниченная коллекция, которая. Три стакана, четыре.
четвертый неизвестно куда убежал, по 350 миллилитров. Кстати, можно в виде маленьких вазочек брать. Где? Дальше. Сельская пик. Прозрачное стекло с рисунком. 399 рублей, 4 стаканчика. Объем 270 миллилитров. То же самое, 549 рублей, объем 390 миллилитров. Графин с пробкой, 599 рублей на 1 литр. Очень мне пробка понравилась. Можно пробу снимать. Киша, давай, давай, давай. У покалов появились мини-братья. Рюмки покал, 5 миллилитров, 6 штук за 129 рублей. Кстати, у Икеи теперь три вида приличных рюмок, ну, не считая самых бюджетных. Это свалька, очень красивая тонкая ножка. Это Гроссей, вообще дешевые рюмки, 130 рублей, 6 штук, на тоже 50 миллилитров. И вот такие вот покальчики, тоже и тут 50, и тут 50. Но здесь, видишь, обман визуальный. Угу. Здесь сужение идет, а нам кажется, как будто оно такая вот большущая. А покальчик, наоборот, широкий. Бокалы под шампань. 799 рублей. Сейлс Каплик. 210 миллилитров. Дима мимо них сначала даже пробежать хотел. Ты, говорит, уже показала. Да? И там вон еще фужерчики новенькие. Кто хочет собрать коллекцию, в принципе, нам будет очень достойно смотреться в серванте. Не знаю, мне не нравятся такие штучки, поэтому для меня спорно. Классический бокал для мартини. 200 рублей. 240 миллилитров. Торсинт. Кстати, очень безумно пыльные. Почему? Непонятно. А Сельская плик еще и бокалы для вина. Это к тому, что вот Дима говорил, если вы хотите собрать коллекцию. 270 миллилитров живого объема. Хорошо. Это, наверное, был самый насыщенный отдел по новинкам. Мы еще не все показали, Дим, пойдем в салфетки. Салфетка под прибор Snowbeak с рисунком серой. Полностью пластиковая, вязаная. Кстати, спрашивали, можно ли края обрезать. Я думаю, можно. Ничего ей не будет. Гнется, мнется. Так, иди сюда. Тоже новые оттенки. Просто не было в нижнем. Snowbeak. То же самое. Такой же пластик плетеный. Бирюза серый. Бордово-красный. Серо-розовый. Зеленый. Темно-серый, светло-серый. Смотри. На любой вкус и цвет. Единственный минус этих салфеток. Они, зараза, загибаются. И потом они фиговастенько разгибаются. Поэтому, вот честно, если меня сейчас спросить, что взять из пластика, я бы взяла вот такие. Они попроще выходят, с ним поменьше гемора. Единственное, вот когда сюда попадает, нужно вычищать. А так, наверное, самые простые, это вот. Вообще без заморозок. Причем, если феном убрать аккуратно этикеточку, то можно использовать на две стороны. Стоит всего 49 рублей. А скатерть Муссаблома, даже еще не повешен ценник. 1800. Вот такие вот, походу, рыбы нас ждут. Она как-то... А почему рыба? Не знаю. Подожди, где она? Надо двойная, что ли, не пойму. Или ее с чем-то еще соединили. Ну, походу, еще с чем-то соединили, потому что скатерть одинарная. Или нет? Нет, у скатерти двойной слой. Короче, ребят, скатерть двухслойная. Здесь по факту две скатерти, соединенные между собой. Одна вот такая цветная, а другая, получается, белая с большим черным кругом, которая показывает, где середина стола. 1800. Кстати, кто уже брал, расскажите, не ездят ли они между собой, потому что они по уму, конечно, сцеплены, насколько удобно, когда она двойная. Так, значит, мы в подделе подушек. Стомсли, черная подушка на стол. На стул, 279 рублей. Серединка, наверное, чтобы не промахнуться, простеганная. Диаметр у всех стандартный, 35 сантиметров. Сунеа, давно в ассортименте, хорошая внутренняя стопора. Не скользит, толстенькая, кстати, одна из рекомендуемых. Не стопора, а резиновые пупырчики. Резиновые пупырчики, на детских носочках такие есть. Одна из рекомендуемых мной подушек, именно Сунеа. Они сейчас серые, зеленые и появились еще такие бордово-красные. Плюс, нет, сцилла это черная, это другая подушка. Кстати, из черных сцилла получше. То есть круглая подушка должна быть все-таки плотной. Здесь должен быть слой пенополиуретана хороший, чтобы вам было удобно, комфортно
попочку сидеть. Страшусю принесли. Малинда в цвете какого-то грязного бордо. 359 рублей. Просто хочу сравнить с черным, например. Ну, совершенно другая. Вот, допустим, в черном. Ну, более благородно смотрится, да? Ну, так, цвет свежего кокулька она. Свежего кокулька она. Так, ладно, от кокулька мы отлипаемся. Смотри, какие красивые верблюди. Тил Таладе. Оранжевый верблюд. О, смотри, даже с вышивкой. 999 рублев. Внутреннюю подушку купить отдельно. И, кстати, пуговичек никаких сзади нет. Просто вот хвост. Ебипет. За эти денежки можно было бы сделать двухстороннюю равноценную подушечку-то. Ебипет. Так, вот мы про что смотрели, да, линейку Мусельблома. То есть, с одной стороны, получается, вот этот белый круг. С другой стороны, рыба. Вот. Но она, эта скатерть, зараза. Какая тут рыба? Я думала, она... Вот рыбки. А почему это рыба? Не знаю. Я думала, она двухслойная. Таня, лох. Она однослойная, просто в середине круг. Таня, это не рыбка. А что это? Это геометрические рисунки. А мне кажется, рыбка. Короче, для меня это рыбка. Чехол на подушку. Мусельблома 50 на 50. Стоит 399 рублей. А полиэстер двухсторонний. С одной стороны кружок, с другой стороны вот эта фигустина. Дальше. 65 на 45. 399 рублей. С одной стороны геометрические фигуры в форме рыбок. Ну, тут уже правильно. С другой стороны просто рыбки. Так. Сумка средняя. Мордовка прямая. 700 рублей, Дим, за что? Потому что рыбка нарисованная. Геометрические фигуры. В общем, 700 рублей. А внутри отделения есть? Есть. Ноль. Ну, ждем распродажи. Как ты, Дим, говоришь? Распродажа нас рассудит. Не знаю, странная коллекция. Полиэстер очень колючий, неприятный. Вот на голые руки прям... Пш, вот так охота сказать. А мы нашли занавески Линбьорк, 999 рублей, 3 на 2,70. Как Дима сказал, напоминает. Да, но издалека такой вид горизонта моря. Ребят, кстати, у нас к вам вопрос. Все-таки среди 54 тысяч подписчиков однозначно есть лица, которые проживают постоянно в Краснодарском крае. Скажите, пожалуйста, где у вас самая теплая зима? Есть у нас мысль стикать. Куда потеплее? Куда потеплее? В районе 30 километров от моря можно. Да. Мы уже рассматриваем Анапу, район Крымская. Вот правильно мы думаем или все-таки неправильно? Где зимой не сильно ветрено и потеплее? Нет, тут не то, что потеплее, а комфортнее. Ну, комфортная зима, мягкая. Да. Вот, скажите нам, пожалуйста. Я хотела показать вам все новые занавески. Дима сказал, что мы сейчас будем снимать все занавески. В общем, новые занавесочки... Из раздела динозавров. ЕТ-лик. 120 на 3. Динозавр бело-синий. Прозрачные в усмерть. Еще и очень-очень-очень тонкие, с мелкими катышками. Но если вы делаете детячую комнату именно вот в таком виде, то, я думаю, будет смотреться интересно. 899 рублей. Дим, пожалуйста, пойдем я несколько штук покажу. Я хочу, чтобы это вошло в обзор новинок. Просто Татьяна хотела вам тонко намекнуть, что скоро мы будем обновлять обзор по шторам. Сегодня. А это очень долгий процесс. А я их так не люблю снимать. Блохува красно-коричневый. Блэкаут. 5000 рублей. Что-то как-то Икею потянуло на какие-то такие цвета. Интересные, я бы сказала. Угу. Было бы поблагороднее в сторону Санелла, например, шоколадной. Цены бы ему не было. Да, тут... А так вот как-то вот... Красненький отцедок такой. Да, дешевенький какой-то. Дешевый. Архитектурные пейзажи, гардины одна пара, ну, 145 на 30, значит, два полотна, Стернрамс, 3000, хлопковые на шторной ленте. О, смотри-ка, нас услышали. Теперь верхушка внизу еще. Ну, это правильно. Ну, на самом деле, правильно. Вот как мне нужно задрать голову, чтобы увидеть, что там, какая там занавеска. Смотри, какие интересные. Осабрит.
естественный хлопок. Лен и хлопок 45 на 50. 4500 стоит. Ну, полублэкаут. Да. Ну, интересно. Дим не любит просто такие занавески. Поэтому эмоции. Ну, Дим, какие здесь эмоции? Здесь показывать, показывать. Кстати, альтернатива Тиабаста, да? Возможно. Осалия. Более яркий ромбик, ну, за счет полоски еще. Видишь, никакой вообще информации пока еще по ним нет. Даже то же самое. Лен и хлопок 50 на 50. Так, ладно, я не буду мучить мужа. Да, мы это сделаем. Мы снимем отдельно обзор по всем шторам, потому что это будет логичнее. И мы все вам вот коврик, ставн вернулся. Раньше был интересного цвета, коричневый с бежевой полосой. Сейчас сделали серый с синим. Можно стирать. Кстати, рекомендую в машину, кто, например, как я, любит ехать рядом с мужем босичком. Мы в коврах. Ковер безворсовый. Декарера. 160 на 220. Цветочный орнамент. Хлопковый. С одной стороны светлый, с другой стороны мне не понравился. Он какой-то прям вот липкий. То есть вот рукой трогаешь. Очевидно, нанесение принта так. Это получается у нас краска. Или да, это краска. Это не вышито. И это краска. И это так покрашено. То есть ну, на... хорошая имитация такая. Да, то есть оно идет, вот, а структура-то одинаковая, да. А на нее нанесено. Еще смотри, один коврик. Это прям под подносы. Оландсрот. Ручная работа. 12 тысяч 133 на 195. О, какая красота. Но мусор, мне кажется, на нем будет видно по-черному. Не знаю. Так, и еще виндрум зеленый. Ой, как я виндрумы люблю. Знаете за что? У них очень набитый плотный ворс. Из них хорошо убирать всякий мусор. И морс. Кому-то пора покушать. Ну, за счет этого, разности тона зеленого, оно очень хорошо имитирует травку, газон. Нежненько. Да. Ну, а я по поводу нити хочу дополнить. Смотри, какой плотный ворс. Длинный. Длинная коса. Причем коса на глубине сплетена туже, чем на поверхности. И это дает, во-первых, пушистость и устойчивость ворса. А это очень важно. Сван, предверный коврик, 60 на 80, серо-синий. То же самое, что был с бежевым, только был здесь свет, темный, здесь светлый цвет. Теперь сделали серо-синий. Один в один, как мы вам показывали. Только что маленький. По коврам все, идем в постельку. Как обычно, в одном отделе находим товар из другого. Освейк, чехол на подушку, красный 50 на 50, 600 рублей. И 40 на 65, тоже 600 рублей. Ну, кстати, новые, хорошо забытые старые. Такие даже рубашки сейчас в моде. Так, теперь по постелям. Новая постелька Оландсрот. 2 на 2 стоит 2700. Значит, здесь хлопок и 15% лиоцела, как я люблю. Лиоцел дает устойчивость к стиранию. И плотность нити дополнительную. Такую легкую гладкость, но не такую, как, например, у сатиновых комплектов. Здесь все на пуговичках. Смотри теперь, какие пуговички. Ну, кстати, прозрачный тоже интересно. Вот такой вот оттенок. Рядом висит простыня Нетосмин. Тоже неплохо будет в компоновку идти. Меня интересует, какая наволочка. Вот, с хвостами. Постель Спик Вальмо. Два размера. Односпальный 700, двухспальный 900. Ребят, когда будете выбирать по картинке, не перепутайте. Раньше у Икеи была такая фланелька. Если увидите, скажете, о, вот это скидка. Нет, это очень тонкая постелька. 104 нитки. Причем здесь 120. Здесь 65 хлопок, 35 полиэстера. То есть один из бюджетных. Но на клепочках, как ни странно. Гадмаргон же постоянно выводит, вводит туда-сюда, миксует. Появились новые белые фасады, называются кашон белые. Красивые. Под Хемнос. Прям вообще стилистика с Хемносом. Еще раз, пожалуйста. А нижние? Удобно, да? Столько всего. А вот верхушечка. Здесь пленка. И еще высокий пенал за 16 тысяч. Раз. И два. Гадмаргон, еще новый фасад. Подмаренный ясень. Покажи поближе прослойку. Функционал у всех гадмаргонов одинаковый. Большой или маленький ящик, он делится на несколько частей. Все внутренние части, вот эти разделюшки, они прилагаются. Ну, кроме, соответственно, контейнеров, баночек и так далее. Цвет интересный. Сама. Кто топал?
Главное, чтобы все живы, никто не закричал: спасите, помогите. Так. Это полностью ДСП, полимерной пленкой покрыто. Как ты считаешь ценник за ДСП 11 тысяч? Чуть-чуть. Так, новые тканевые шторки для ванны. Я вам миллион раз уже рассказывала, я очень люблю икеевские шторы. У нас наши шторки для ванны уже третий год, она в идеале, ее стираешь, она опять-таки как новая. Дим, давай на обратную сторону. Так, новинки. Тюклен. Вот такая вот бежевая в цветочек. Размер у всех одинаковый, 180 на 2. Отличаются, друзья, только ткани. То есть, когда, например, там есть вот за 299 рублей, это пластик. Начиная от 500 и выше, это уже ткань. Кстати, Басшон точно такая же была, только с другим названием. Ромбы коричневого и бежевого цвета. Здесь белые с серыми абстракциями Рольшон, 800 рублей. Плотность полностью одинаковая, разница именно в рисунке. Ну, почему такая разница из-за рисунка? Ликбита. Вот эти потоньше уже, более шелковистые. А их, кстати, даже по картинке можно отличить. Давай поближе покажем. Смотри, вот которые более, да, шелковистые, визуально будут даже по фотографии, и более ребристые. Более ребристые, плотные, дороже. Текстура очень маленькая. И камеры фиг поймаешь. Наверное, не смогу опять. В общем, ориентируйтесь тогда так. Чем дороже, тем плотнее. Полотенце Скутран, темно-синий меланж. Мягкое полотенце прекрасно впитывает влагу, 500 грамм на метр квадратный. А у нас музыкальное сопровождение. Прикольное. 499 рублей 50 на 100, 70 на 140, 799. Ну не бюджетки, конечно, дай-ка посмотрим страну, пока от нас музыкант не убежал. Турция. Ну, прям такие мужские полотенца. Да. Мне кажется, Димыч, ты бы оценил. Возможно. Возможно, если бы не отняли. Смотри, какая милота появилась. Полотенца детские с капюшончиками. Значит, это все из линейки Етлевик. Динозаврики. 999 рублей. Здесь хорошая велюрка, внутри махра. Сюда совершенно спокойно. Вот даже нашу Алену можно завернуть, только попка будет голая торчать. Ну, либо вот как-нибудь вот так. А для взрослых нет что-то подобного? Нету. А еще смотри, тоже, а это уже 1500, нифига себе. То есть нашили велюровых хвостов и стало 1500? Раз. А так интересно, после боя. Ой, не, смотри, он длинный. С хвостиком, он как раз попку-то и прикроет. Вот этот попкой-то и прикроет, да, вот так раз, вот так два, и... Не, я имею к чему, после баньки. Ну раз да. Раз полотенце окутался с капюшончиком, ну красота же. Это называется халат для взрослых. Халат. Шел третий час съемок. Мои любимые коврики Тобу вернулись в новых цветах, размеры маленькие, 50 на 80. Значит, бежка, она у нас уже была, вернулась на родину. Кстати, вы знаете, что эти коврики с массажным эффектом? Дима, пойдем покажем. Вот эти ворсинки разного размера. Массажировать удобно ножки. Мы обязательно это купим. У нас уже есть. Ну, только в туалете. Нет, у нас Тобу лежит в этом, в ванной. А, значит, новый цвет. Надо интересный. Почаще домой приходить. Иногда да. Белый, синий и такой серо-зелено-синий какой-то. Три полоски. Но я бы сказала, что стали ворсинки по пупырке помелче чуть-чуть. И смотри, какой интересный бирюзовый цвет. Тоже 399 рублей. В общем, кто новый брал, я вот смотрю, еще меня что, знаешь, смущает? Края какие-то у них у всех неровные. Основание напольного светильника. Никому ничего этот журавль не напоминает? Юрьевич, вам как, не напоминает? Когда это бы стояло ровно в углу. Да, этого и стоило магазина. В районе 2500, еще был огромный бумажный барон. И он не смотрелся вообще никак. А вот когда на проходной части, ну, прям... Хочется подергать. Короче, теперь без абажура стоит 5. Раз не хотели раньше брать подешевле, да? Сегодня будет брать подороже. Будет подороже. Вот эта штука регулируется. Ну, абажур подобрать, ребята, из текущего ассортимента пока сложно, чтобы он прям лаконично смотрелся. Но, тем не менее, есть интересные абажуры, про которые мне вам очень хочется рассказать. Вот такой вот прикольный тканевый абажур розового цвета. Овал розовый, 52 сантиметра, регстур, 2000 рублев на шнуре. Здесь железные крылья и натянутая такая колготка. Но очень нежно смотрится. Он скажет, что за хрень придумали? Да?
Вот это новые абажурчики Scott Torp, 42 сантиметра, серый и такой серо-синий. Вот такая подобная фиговина была на нем. Нет, не такая. Это было в Москве, где полный потолок был этих светильников. Не полный, а весь потолок. Ну, да. Большая часть. Я в раю. Вкусно! Так, в общем, очень много всяких корзинок. Давай смотреть, что и где. Вообще, мне кажется, отдельный обзор бы надо снять. А, листик Кюре. 35 на 35, 999 рублей. У меня такое ощущение, что мы ее показывали в Москве. Да, знакомый это мне предмет. Ну, раз уж мы сюда пришли, то мы их покажем все. Так, вот это точно новое. Тоже листки Кюре. Две штуки. Черный бамбук, 599 рублей. Набор из двух корзинок. Дальше. Тоже новинка листки Кюре. Бамбук и бирюза. Крышка бамбуковая, 999 рублей. И плетеные корзинки. Одна 17 сантиметров, другая 13. Ну... Получше сделано-то, да? Так, дальше. Вот эту штучку очень давно ждали и просили. Корзины тоже листки Кюре, раньше называлась по-другому, ее очень любят для газет. Не знаю, конечно, кто их сейчас читает, но из водорослей вот такую штуку за 1300 придумали. 30-25 на 35. Цвет естественный. Потом, еще вот такой хендмейд, тоже листки Кюре. 3000 рублей, а громадная плетеная корзина, как будто белье, да, таскать с речки. Массивненько. 3000. И сделано у нас сие сухие растения, натуральные волокна. В общем, я тебя слепила и скрутила из того, что было. Корзина с ручками. Так. Нет, листки Кюре, 999 рублей, черный бамбук и плетеные растения. Кстати, вот это вот интересная штучка под фрукты, если под стиль кухни подходит. Под черные фасады. Это будет интересно смотреть. О, смотри, какая красота. В Калакс, Дим. Ну, это чистая эстетика, да? Ну да, тут поставил 799 рублей, тоже листки Кюре. 33 на 33. О, донышко съемное. Коробочка разборная. Кстати, если коробочку хайдокали для фотографий, вообще очень салфетку Суаре напоминает. Тот же метод плетения. А сегодня ВКонтакте прилетел вопрос от подписчицы. Татьяна, можно ли мыть салфетку Суаре? Я аккуратненько свою мою, честно. Но дома мы их особо не используем. Они у меня как фотофон идут для фотографий для Инстаграма. Потому что я считаю, что они все-таки очень маркие и очень геморройные. Теперь я пытаюсь изобразить сбор корзины обратно. Так, а помнишь, мы смотрели в самом начале нашего многочасового путешествия клей Мекака. Для этих был? Для них. В разделе школьной мебели. 1700. Раз. Два. Почем? Ну, все удовольствие. Как думаешь? Очень дорого, наверное. 1700. Угу. А у нас новиночка. Чук и гек. Коробка с крышкой. Цены нихт. Судя по всему, 999 рублей, потому что 35, 56 на 30. Давай на примере одной разберу. Плотный картон, наподобие фиельси, с хорошими ручками. Но визуал как будто бархатные. Единственное, что смущает, то ли неправильно собрали, то ли так задумано. Если задумано, то минус, потому что вот эти дырки полностью портят облик. Коробка не дешевая, должна быть более-менее аккуратная. 32-31 на 30 в коллапс уместится, в дешевый стеллаж не уместится, 499 рублей. 25-36 на 15, 400 рублей. Набор держателей для журналов. Две штуки 300 рублей. И все то же самое, только в бежевом цвете. Фактуру показываю. Бежевый смотрится более интересно. Так, Кнарвик появились в бежевом цвете. Кстати, имейте в виду, голубые потихоньку распродаю. Если у вас где-то сейл в магазине, вы хотели давно купить Кнарвик, покупайте, пока они есть.
теперь им на замену прикольные бежевые. Да, что-то в этот раз у Икеи прям любовь к таким оттенкам. В общем, у линейки Анилары, которую я очень люблю, появились интересные вещи. Вот эта коробка для обуви бумажная. Имитация, конечно, под кожу. Это полностью картон. 400 рублей. Вот эта коробка, честно, я не знаю для чего. Журнал. Может быть, чтобы эстетически смотрелось. Если не ошибаюсь, да, 600 рублей. Дальше коробка с крышкой, две штуки, 800 рублей. Но вот эти, кстати, классно для подарков. Вот мужчине в такой коробке подарить можно. Да? А что там можно подарить? А вот что, уже не знаю. Целый набор из Siberian Wellness. Ящики стук в новом голубом цвете. Ребят, все то же самое, только цвет отличается. А, теперь у нас линейка белая и линейка бирюзовая. Нет серых, нет... А, нет, серые еще остались. И розовых не вижу. Имейте в виду, просто периодически цвета выходят. И чтобы у вас не было сюрпризом, если вы хотели докупить, что цвет куда-то пропал. Для кисонек братья болгары по 499 рублей заготовили подносы Лурвик в цвет всей линейки. Размер 43 на 33. Вот так. Ну, нас бы папа не простил, если бы нам еще собачки и подносик. Кстати, смотри. А, одеяло мы уже показывали. Здесь, в принципе, ничего нет. Только порядок. Мне нравится. Так. Корншо. 70 на 47. Черный. Тумба с зеркалом. Стене крепление обязательно, значит, стоять не будет. Выдвижной ящик металлический. Полностью металлический? Металл, да. А столешница? Деревяшка. Угу. Сейчас скажу. Комбинированный получается. Комби. 40 на 47 ящик с плавным ходом и стопором. Да, кстати, смотри, ящик для железки прям вообще что это, Дим. Ого. Каркас сталь, верхняя панель ДВП, ящик сталь, 40 на 47 на 187, цена 12 тысяч бубликов. Интересно, тебе не нравится? Ну это не для мальчиков. Каждый раз, когда мы снимаем новинки, появляются какие-то новые картины. Мы вроде бы все помним, но вот этого точно Пьер Рив, медвежонка, не было. Очень красивый, нежный, в детскую пойдет. Вот этот лав, мне кажется, было. Потому что эти вот точно мы уже снимали. А вот это мы не показывали. Это однозначно. Появились новые гноби. Они уже, кстати, не первый раз. Сейчас просто новое изображение. Очень хорошие, красивые, фактурные вещи. И причем такие вот, ну, просто взглядом не зацепишься. Да? Из материала какого сделано? А, так, они всегда одинаковые. Здесь мягкая прослойка наклеена. Изображение высокого качества и закрыто. Ну, бумага, наверное, присылала. Да. А, значит, постер ДВП, бумага и лак. И здесь, соответственно, есть крепежики. Но надо клиентов уведомить. Очень многие ждали, когда появится вновь, потому что очень красиво можно сделать такую галерею. Фактурно. Да, фактурно. Дальше. Картина «Пьерит». Почему-то висит не новинка, хотя в нижнем ее не было. Но здесь, возможно, дело в том, что... В нижнем не было? Да, просто это. Ну, появилась в нижнем, а уже как новинка она прошла. Вот это зеркало мы точно не показывали нигде. Обхэм. 54 на 77. Ротанг. 2500. Все помнят, икеевские зеркала уменьшают на размер. Подносы, тарелки с Курар. Помните, была линейка с кисоньками? Все то же самое за 1000 рублей, только вместо вот этих цветочков, Дим, покажи, пожалуйста, и бабочек, были кисоньки. В общем, кто не успел, как мы, купить кисоньек, можно дело это взять, распечатать кисоньек в типографии и прилепить. Как лежит, не скажу, но было бы желание. Потому что я знаю, что Дима очень сильно страдал по кисонькам, мы их не успели купить. Mm-hmm. Ну что, друзья, двухчасовые шатания по Икеям для вас закончились, для нас еще нет.
Мы сейчас идем передохнуть и снимать следующие обзоры, уже тематические, по конкретным категориям, которые вы хотите. Кстати, знаете, что хочу вас спросить? Вы знаете, что помимо Ютуба мы еще ведем Инстаграм-аккаунт. Про свой, про мой вы уже многие в курсе, со многими из вас мы общаемся, про консультации вы поняли. Какую хочу от вас обратную связь получить? Наш Инстаграм-аккаунт, который называется одноименно «Про Икею», в который Дмитрий Юрьевич выкладывает видео, все те, которые есть на канале, то есть дублируются туда, хотим туда добавить жизни. Там будут появляться сторис, там будут появляться всевозможные опросы. Хотим добавить вам полезности в виде чек-листов и открыть через Инстаграм, в том числе, прием заказов. Дайте, пожалуйста, обратную связь, особенно те, кто является нашими клиентами службы доставки товаров IKEA, город Саранск, Большевицкая, 85, про IKEA. Вам удобно будет Инстаграм еще как дополнительная площадка для оформления заказа? Или, по-честному, ребята, хватит, у вас и так уже везде, где только можно, и достаточно не надо? Дайте нам, пожалуйста, обратную связь. Все, всем пока.